Во всех школах страны учебный год начался днем букваря. Калмыцкие ребята в этом году будут учить родной язык по новому букварю. Создали его Дадже Антонович Павлов в содружестве с художницей Владленой Александровной Каренко. Называется букварь Харада. Он отмечен дипломом и премией на всероссийском конкурсе. Антошка доволен. Он пошел в школу с букварем, написанным его дедушкой. Сейчас доктор филологических наук Дадже Антонович Павлов работает над учебником старой письменности Калмыкии 17 века для студентов Калмыцкого университета.